Посмотрите-ка, ребята, все вокруг покрыло ватой, а в ответ раздался смех. Это выпал первый смех. На сегодня у нас 93 ребенка. Детки у нас лечатся долго, от 3 до 6 месяцев, получают профилактическое лечение и фазу долечивания локального туберкулеза легких. Стихи с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы и песни. Традиционный новогодний утренник в детском противотуберкулезном диспансере. А какой праздник без подарков? Сейчас, в преддверии Нового года, нам снова благотворители оказывают вот такую хорошую помощь в виде подарков, игрушек. Несколько коробок игрушек в диспансер привез Павел Полымов. Машинки, конструкторы, настольные игры и даже мини-кухня будут размещены в группах. Еще одним подарком от благотворителя станет продолжение реконструкции детских игровых площадок на улице весной. А в ответ громкое и дружное поздравление тагильчан с наступающим праздником. Антон Саев, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Новости. Тагил ТВ.